Разведчику-нелегалу, герою России, о котором пойдет речь в этой части нашей программы, рассекречивание не грозит. Его имя никогда не будет названо. Нет даже портрета. Есть лишь короткая фамилия на рамке того, что должно быть портретом, да белое пятно, полная неизвестность. Рассказывает Николай Долгополов, заместитель главного редактора «Российской газеты», историк спецслужб, автор множества книг, в том числе недавно вышедшей, которая называется «Легендарные разведчики 2». Мне о нем рассказывал генерал-майор Юрий Иванович Дроздов. Он руководил нелегальной разведкой 11 лет с 1979 года. Это был наш разведчик-нелегал, который 17 лет прожил в одной стране. Этот нелегальный разведчик был выброшен на берег, или его высадили с подводной лодкой, или его довезли на этот берег на веслах. Никто этого не знает. Разведчик вышел на берег, осмотрелся. Он попал именно туда, куда нужно было. Он дошел до города, до какого-то. И вот с этого абсолютного, полного нуля, вот с такой сложной легендой, у которого никого вообще не было, ничего не было, ни знакомых, ни друзей, ничего, он начал свою работу в стране, которая была очень важна для тогда еще Советского Союза. И вот здесь он исчезает на 17 лет. Появляется другой человек. Этот человек растет. Он, конечно же, в совершенстве знает язык той самой страны, где он пребывает. Он получает документы, он легализуется, он устраивается на работу, он становится торговцем мелким, потом крупным торговцем, а потом очень и очень крупным бизнесменом. Таким бизнесменом, связи с которым предполагают, что он может добывать информацию, очень важную для нашей страны с вами. И он эту информацию добывал, она шла потоком, она шла в течение долгих лет. Вот этот человек жил там. Я говорю, а как же вообще жена там, или как все? Илья Иванович мне сказал, что, знаете, вот тут такая прям беда произошла. У человека был прекрасный характер, и он со всеми очень легко сходился. А жена, к сожалению, обладала очень суровым, таким крепким характером. Я говорю, ну можно же как-то было ее перековать. Говорит, можно было, но ей не давался сложный язык. Вот она никак не могла его выучить. И потом он не был славянской наружности, ни в коей мере этот человек. А она была типично славянской внешности. И как бы он объяснил свою женитьбу на славянке? У них родился сын, потому что время от времени этот человек, непонятно как, но приезжал к себе на родину, в Москву, и у них родился сын, пока он был там. Этот сын очень любил своего отца, видел его считанные разы в жизни. И однажды, когда мальчик был в хорошем лагере на море в Советском Союзе, туда удалось вывести вот этого нелегала. Они встретились. Мальчик понял, кто его отец. Он знал, что отец должен возвратиться. И отец ему это говорил, потому что его миссия не была бесконечной. Он должен был приехать обратно. Но, к сожалению, его приезд на родину состоялся еще раньше, чем он рассчитывал. И длился он всего лишь один день. Мальчик, это уже было потом, купался в реке, кто-то не доглядел, что-то случилось, и мальчик утонул. Этого нелегала вызвали, обеспечили ему приезд в наш город, и он день присутствовал на похоронах своего единственного родного сына. После этого, в тот же вечер, он улетел в свою страну по месту своей работы. История мирового шпионажа. То, что, допустим, я знаю про атомную бомбу, мне рассказывал не кто-то, а герой России Владимир Борисович Барковский. Он позвонил мне, я работал в «Комсомольской правде». И я с ним прекрасно поговорил. Он говорит, Николай Михайлович, надо встретиться, потому что я вам хочу рассказать о ваших ошибках. Пришел ко мне человек, маленький, кругленький, очень добродушный. Мы с ним говорили, что на русском, что на английском, для него было все равно. Он говорит, вы понимаете, хочу вам сказать, вот я читаю то, что вы пишете в «Комсомолке», это все интересно, но есть вот одно «но». Я говорю, какое «но»? Вы понимаете, вы иногда допускаете такие маленькие ошибки, которые не видны читателю никак, но которые видны профессионалам разведки, коим вы не являетесь.
А вас, поверьте мне, у нас в разведке читают и видят, вот это ошибочка, вот это ошибочка. Давайте я вам объясню, что нужно делать, чтобы ошибок таких не допускать. Я, ну, конечно, да ради бога. И вот мы начали встречаться на работе. Он мне говорит: Николай Михайлович, я думаю другое, тут мы не сможем работать. Давайте где-то на нейтральном поле. Я говорю: давайте у меня дома, в воскресенье. Где вы живете? Я сказал, где я живу. Он говорит: а я в это время, как раз вот в воскресенье, каждое воскресенье я 3-4 часа провожу на Петровке, играю в теннис. Я говорю: 75 лет? Я говорю: да, я играю 50 с лишним лет. Хорошо, я стал его встречать. Он шел с ракеточкой со своей, с Петровки. Я встречал его на остановке троллейбусной. Поднимались мы ко мне домой, садились за чай, ничего никогда крепче. И часами он мне втолковывал, объяснял мне, что такое настоящая атомная разведка. Я подчеркиваю, научно-техническая разведка. Вот он был здесь специалист. Потом я понял, что он меня, в конце концов, образовал, понимаете. Я, наконец, хоть что-то стал понимать по-настоящему. И мне некоторые люди из его ведомства стали говорить: Николай, ну вот вы раньше так писали, так, а теперь в вашем повествовании на каждом слове чувствуется влияние Владимира Борисовича Барковского. Я говорю: ну вы понимаете, я счастлив, если это так. Владимир Борисович к тому времени стал уже героем России. Я говорю: он действительно мне давал вот такие уроки, уроки Барковского. И я вижу, вы видите все его глазами. Я говорю: я вижу все его глазами. Я вижу атомную разведку и научно-техническую его глазами. Я горжусь этим. А здесь об этом мне рассказывал тот же Юрий Иванович Дроздов. Я к нему приезжал на Полянку всегда. Только на Полянку, он там работал, у него была коммерческая фирма, он уже был в отставке, и он мне после работы, мы встречались, сидели за чаем, и мы сидели и часами говорили о том, о чем можно было говорить, и о чем, как считал Дроздов, он может мне рассказать. Когда я спросил его вот об этом разведчике, я говорю: а что было дальше? А дальше было то, что после 17 лет вернулся в Советский Союз, абсолютно никто его не искал, все было чисто, все было нормально. Увы, жена тоже вскоре умерла, он остался один. Вдруг случилось совершенно непоправимое. Вы знаете, я замечаю, что такое иногда с разведчиками вот случается. Как это могло быть, я не знаю. Юрий Иванович говорил, что разведчик Х очень плохо видел. У него было плохое зрение. И вот каким-то образом он вышел на улицу, его сбила насмерть машина. Провести 17 лет там, в тяжелейшем зарубежье, под колпаком настоящим, и погибнуть здесь. И мне это очень грустно, потому что ничего больше о разведчике Х я не знаю. Однажды, когда уже Юрию Ивановичу было много лет, подходило дело к одному из его юбилеев, я спросил: Юрий Иванович, ну, может, все-таки вы расскажете про этого разведчика Х? Он вот только рассказал, что Х, как выяснилось, очень тяжело переживал то, что произошло с Советским Союзом, потому что он уезжал из одной страны, а приехал в другую. Юрий Иванович, вот тогда, когда я его спросил, я говорю: ну, понимаете, Юрий Иванович, вот вы, наверное, один из немногих, кто знает вот что-то про него, потому что люди, наверное, которые с ним были, они еще старше вас. Как узнать об этом человеке, вот, который, ну, совершил героическое? Ну, то есть вообще выбросить человека там в тренировочном костюме и сделать из него бизнесмена. Ну, это смешно даже немножко, даже не верится. Но это было так. Герой, понимаете? У нас героев так не дают в стране. И Юрий Иванович задумался. Вот он сидел, думал, и я молчал. Молчал. Потом Юрий Иванович сказал: Николай Михайлович, вы извините, я вам больше ничего рассказать не могу, кроме того, что рассказал. Ну, потому что не могу, и все. И давайте тут уже на этом остановимся, и чтобы не было никаких обид, забудем, эта тема закрыта. Я понял, что это все. Мы перешли на другие темы. Мне было объяснено так, что если человек работает так, что ему присваивают звание героя там нашей страны, да, то что он должен сделать для этого? А я вам скажу, что разведчикам вот таких званий им очень редко присваивают. Тут уж человек должен совершить что-то необычное. Пример один, который вам все даст понять. Первый советский разведчик-нелегал, нелегал, я подчеркиваю, которому было присвоено звание Героя Советского Союза, был Геворг Андреевич Вартанян. До этого вот целая была плеяда огромная людей. До этого им ничего не присваивали. И только потом, вот уже в середине 90-х,
сразу шести людям присвоили звание Героя России, уже России, за то, что они сделали или помогли сделать для нас атомную бомбу. Это были выдающиеся атомные разведчики. Сложно получить звание. Что нужно сделать для того, чтобы это звание получить, и какие великие подвиги совершить?